великий праздник. Праздник. Праздник святого князя Владимира. В честь его и построен этот собор. Почему я здесь вот сейчас нахожусь? Потому что здесь я принял крещение. Я всегда был верующим, но был не крещен. Всегда, как, сколько я себя помню, я всегда молился, всегда обращался к Богу. Хотя никто меня этому не учил. Так как я родился в советское время, воспитывался советскими учителями, такими довольно идейными, что ли. Вот. Они такие были безбожники крутые. Вот. И все подсмеивались даже, если кто-то там. В церкви тогда, я помню, и при мне еще ломали. Ведь я родился-то в 35-м году. 4 сентября скоро будет от меня юбилей. Ой, Господи, спасибо тебе за все, что ты сделал, и прости меня, что я столько натворил всяких нехороших дел. Я уже сказал, что в этом храме, сейчас его не видно, потому что я стою в кустах, в тени, жарище. Вот июль месяц 2010 года, в Санкт-Петербурге очень жарко. Такой жары я еще никогда не испытывал. Поэтому прошу прощения, что я вот в такой вот одежде, в легкой. Снимает меня крестный отец. Сергей Петрович Кузионов. Прошу прощения. Вот. Если разговор продолжить о вере, вера, понимаете, она как любовь, ее она просто так не дается. Ее надо получить, настоящую веру надо получить. Еще надо, я думаю, что и заслужить, потому что много людей, вот я, мы сейчас были с моим крестным в храме, там служба в честь святого князя Владимира. Очень хороший хор, все прекрасно, все хорошо. Но вот я смотрю на людей, и я вижу, что они вроде бы изображают верующих. Может, я кощунствую, говорю, не очень хорошо, но я чувствую, что многие приходят, чтобы что-то получить. Но никто не идет, чтобы что-то отдать. А ведь сколько людей, и все просят у Господа что-то, дай мне то, дай мне все. Я тоже себя ловлю на мысли, что я иногда все прошу. А я в последнее время чаще, если прошу, то говорю, Господи, дай мне дозволение сделать вот это, чтобы это было во благо, так сказать, природе, во благо, так сказать, нашему, нашей эволюции, что ли, вот, чтобы мы, так сказать, духовно хотя бы чуть-чуть подросли. Потому что если, как говорили древние, самая сильная энергия – это психическая энергия, энергия человека. Если, конечно, чем больше будет добрых мыслей, таких чистых мыслей, то, естественно, эта психическая энергия принесет пользу и людям, и будет меньше всяких катастроф на земле, и земля будет наша более такая благодатная, что ли. Да я думаю, космос может очиститься от этого. Психическая энергия – это мощная энергия, она может даже защитить нас. Хотя говорят, вот, сейчас будет надвигаться, будут огромные какие-то катаклизмы, пугает 2012 годом. Я думаю, что если произойдет что-то, то произойдет качественный скачок в плане веры. Человек перейдет на другой уровень сознания, на другой уровень понимания, что он как высшее создание Богом для того, чтобы не делать пакости,
не засирать всю землю, как сейчас это делается, а наоборот, помогать земле, и она тогда больше нам отдаст. Вот я так понимаю. А все эти там, так сказать, да, почему будут ураганы, и сейчас они есть? Да потому что идет очищение. Ведь нельзя же все время, так сказать, пакостить, но ничего не убирать. Тогда природа делает это сама, она берет и все сметает, чертовой матери, даже вместе с людьми. И пусть они тоже за это отвечают, потому что, почему вместе с людьми? Потому что внутренне мы, люди, уже загажены, мы сами себя загадили, мы грязные люди, нехорошие сущности, и в том числе и я. Хотя я стараюсь как-то очиститься каждый день. Прошу Бога, чтобы мне помог в моем развитии, чтобы я, так сказать, был живым, здоровым не для того, чтобы жрать, пить, там, так сказать, и проматывать какие-то копейки, а для того, чтобы что-то сделать полезное и для себя, и для своего развития, чтобы, если я предстану перед Богом, чтобы мне не было стыдно что-то ему сказать, а то я и говорить-то нечего. Пришел, а что ты сделал? Да ни хрена я не сделал. Пил, ел, там, так сказать, хулиганил, дрался, вот и все. Он говорит, ну ладно, тогда иди, будешь собачкой в следующий раз. Я, конечно, шучу, я не знаю, какие могут быть такие превращения, но я думаю, разговора не получится. Если ты ничего полезного не сделал, если ты даже на один волосок не стал лучше духовно, то разговора не получится. Не будет никакого приема. Тебя примет какой-нибудь, может быть, там, ну, по нашим меркам, секретарь десятый. Партийный секретарь, как раньше, знаешь, не примет. И тот секретарь тебе почешет лысину, скажет, ну что ты приперся-то? Ты не туда пришел, не в те ворота. Вон, дуй туда, вот там пьяницы, всякие эти вот безобразники, вот там тебе место, там вам повеселее. Вот там будете смолу жареную, пареную кушать. А здесь вам, извините, здесь райские яблочки. Здесь мы кухаем, а вам не дадим. Потому что не заслужим. Ну, это как бы юмор такой киношный. Я все-таки режиссер. Я все равно все смотрю на жизнь. Не знаю почему, но весело. Хоть как бы там трудно мне ни было. Какие, в общем, у меня в жизни были страшные, конечно, перипетии, потому что я сам туда вляпывался, никто меня туда не гнал, потому что я не принимал то, что вот в жизни мне давали, я это не принимал просто так, потому что я не верил. Я не верил, что это так, потому что в жизни среди людей, я воспитывался среди очень бедных людей. Вот. И там общения были простые. А когда попадал в учебное заведение, то мне рассказывали какие-то сказки. И я этого подтверждения не находил в жизни. Я думаю, а зачем мне это? Это где-то есть, наверное. Может быть, есть. Я думаю, ну раз это есть, хотелось бы это увидеть. И я даже одно время сбежал из дома, чтобы увидеть эту сказку, которую мне рассказывали. Ну, естественно, меня милиция с поезда сняла, вернула домой. В общем, короче, там все нормально там после истерики материнской. Она меня, конечно, отдубасила хорошо, вот, чтобы был поумнее. Сказала, говорит, ты лучше учись, чем бегать-то. Ну, в общем-то, с верой я был всегда. И сейчас я с верой. Почему? Вера необходима человеку. Без веры это наш Ноев ковчег. Если мы ее потеряем, мы вообще не станем никем. Просто никем. Пока у нас есть вера, пока у нас есть Ноев ковчег, пока наш разум и наше, так сказать, ну, пусть там на нежелание, пусть воображение, что мы все-таки что-то из себя представляем,
Ведь не зря же нас на этот свет Господь, так сказать, выпустил. Для чего-то же выпустил. Не для того, чтобы пакостить, только пакостить. Пока мы только пакостим. Вот это правда. Ну что, давай перейдем в другое местечко и поговорим. Давайте пройдем немножко в книгу.
там много дороги. Давайте сделаем. Установитесь нам, слышание святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Yeah.
Закончился крестный ход в моем любимом храме, где я получил крещение. Спасибо тебе, Господи, и прости меня за все. Я буду стараться, чтобы заслужить твою любовь. Приложу все усилия, чтобы быть полезным. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Христа, веки веков. Да будет так. Павловская крепость – это древняя священная земля. Я помню, когда первый раз сюда приехал, первым делом я пришел сюда, на это место. Помолился, я тогда был не крещенный, но все равно помолился так, тихоря, чтобы никто не видел, потому что это была советская власть, могли и наказать. А я уже тогда работал на Ленфильме. На Ленфильме очень сложно было с этим делом. Это идеологическая организация, считай, партийная. Я не партийный, не был никогда партийным человеком. Не потому, что я там что-то такое. Просто меня туда не принимали. Я был хулиган. А кто ж хулиган-то в партию возьмет? Матершинник, выпивал крепенько, дрался. И, в общем, такая непослушный был человек. Неуемный. Вот, неуемная такая натура. Таких вот как раз в те наши годы были, ну, например, Господи, не сочти за там что-то, какое-то сравнение. Вот был неуемный такой был Вася Шукшин, неуемный такой был Володя Высоцкий. Это вот были люди, которые, они сами по себе, вот, ну, никак не вписываются в эту социальную среду. Хотя я не против был социалистического строя, я наоборот за него, за, потому что не было бы социалистического строя. Я не говорю советской власти, а говорю социалистического строя, который дал детям буквально все. То есть и образование, и здоровье, то есть это я все получил. Вот. Слава тебе, Господи, что, так сказать, так я в такое время и родился. Я родился в великое время, во время перемен, огромных перемен. Мы перешли сейчас в другую эпоху, сейчас у нас другое сознание. Мы стали уже, наше сознание уже стало галактическим сознанием. Эта священная земля очень древняя. И не случайно здесь, когда-то в древние-древние времена, люди посвященные, люди, знающие тайны, тайные законы природы, силы тайные природы, они знали, они это, так сказать, и были посвящены в это. Когда они появились на этой земле, они сказали удивительную вещь, что здесь находится врата небесные. И когда об этом узнал государь, император Петр I, он мгновенно принял решение сюда перевести столицу Российской империи. Но ему нужны были истинные посвященные. И вот он встречает, есть такой
был такой. Я не знаю, наверное, тоже бессмертный. Яков Брюс. Это родственник шотландских королей, человек посвященный, образованнейший был, И он Петру объяснил, как это все надо здесь устроить. И вот Петр устроил здесь столицу. Но говорят, до сих пор здесь присутствуют великие духи. Может быть, это нехорошо говорить, но айдоги их называют. Они охраняют это место. Здесь врата небесные. Отсюда началась вообще мировая космонавтика. Не только русская, а мировая космонавтика. Здесь, на этой земле, что потрясающе, это разрешение Бога. Это же нужно получить только разрешение Бога. Почему говорят, мол, вот как так? Русская душа первая вышла в космос. А почему там не китайская, не индийская, не немецкая, а именно русская душа? Это фантастика. Но на это надо было получить разрешение Господа Бога, высших сил. И это получили на этой земле. Впервые были созданы здесь, вот именно здесь, где врата небесные, начали разрабатывать ракетные установки, ракетные двигатели, самолеты. То есть здесь появился Циолковский, великий, величайший, так сказать, космический человек. У нас же, ну, я же сказал, что мы сейчас галактическое у нас сознание. Так здесь вот тогда уже зарождалось вот это галактическое сознание. То есть мы тогда уже стал человек переходить на другой уровень сознания, на высший уровень сознания, высшего понимания, веры, так сказать, высших сил. Ведь и высшие силы постоянно присутствуют. Мы их просто, они нам помогают, но они перед нами не являются. И являются только, могут явиться только самым-самым посвященным, самым чистым. Если есть человек с чистым сердцем, я пока таких не встречал, и сам, наверное, не являюсь таким. Ну, это точно грешник великий. Вот. Но неважно, Господь, прости меня. Но вот эта земля дала человечеству именно галактическое сознание. Когда Юрий Гагарин, еще мальчик, еще ремесленник, он сюда приехал первым делом на посвящение. Ну, его послали на завод «Вулкан» на практику, но он пришел сюда. Его уже вели вот эти вот ангелы, его наставники, высшие наставники. И он уже ощущал свое высшее «Я». И не случайно, когда он вышел в космос, и там в космосе были какие-то неприятности, как я понимаю, может это так, может это не так, но тем не менее он вернулся, его вернули на Землю, высшие силы. И это было потрясающе, потому что все человечество ликовало, потому что все человечество в лице Юрия Гагарина получило наглядную, вот так сказать, реальность, что мы можем перейти и перешли на другой уровень сознания. Это величайшее. Вот это величайшая заслуга этой земли. Ее еще до сих пор как-то так к ней не очень относятся. Хорошо, потому что не могут доказать. Но я думаю, что в ближайшее время это уже не нужно будет доказывать. Потому что это есть явь. Вот явь – это и есть вот наша вот эта земля. Святая земля. Ну, пусть будет Петропавловская земля, но святая земля вот здесь. Здесь врата небесная. Господи, отсюда по этому каналу можно, так сказать, получать и Твое благословение, и Твои наставления, Господи, и все, что нам требуется и положено по Твоему велению, Господи, пройти тот путь, который мы должны пройти. Дай Бог нам его пройти с достоинством, с тем, которое, Господи, Ты нам разрешил. Спасибо. Ладно. Господи. Отреставрировали. Да. Ну что,
это не важно. Это, я считаю, мои места, потому что здесь я, в общем-то, родился как режиссер. Здесь я стал работать на Ленфильме. С большими, конечно, трудностями, большие препятствия были, потому что я пришел на Ленфильм, уже отсидев 8 лет в тюрьме. Я никакого преступления не совершал, но кому доказывать, если ты, когда мы с Васей Шукшиным, те 60-е годы, когда еще учились в ВГИКе, он уже закончил, мы дружили. Я не хочу сказать, что вот такой я, так сказать, единственный друг был у Васи Шукшина. Нет, конечно. Но он меня уважал, и мы... Он уважал... Потом он даже выразил, когда однажды написал письмо, когда я вышел из тюрьмы, он меня... Нигде меня не брали, и он меня устроил на Беларусьфильм. И он сказал... Написал письмо министру кинематографии, тогда Госкино, Матвееву Владимиру Васильевичу, по-моему, так. И он написал, так как они друзья были, он говорит: «Володя, прошу тебя, распорядись по-хозяйски, это очень талантливый парень, мой друг Виталий Каневский». И вот с его легкой руки, конечно, я как-то вернулся в кино, хотя, в общем, все мне говорили, что это каторжник, да, его, так сказать, это кино нельзя, идеологический фронт. В общем, короче, препятствия были большие. Но, тем не менее, я все-таки с Васиной легкой руки снимаю дипломный фильм на Беларусьфильме, защищаюсь в ВГИКе. Опять же, как, он меня как будто сопровождал, потому что, Вася Шукшин, да, и там сразу пристроились и другие ребята, с которыми я учился, которые, в общем-то, в принципе, неплохие были мужики. Но они побаивались, все-таки советская власть, понимаешь, вдруг, так сказать, их карьера из-за того, что они связываются со мной, там, это, боялись, конечно. Но, тем не менее, и не стали вредить. И я защитил диплом в ВГИКе, очень хорошо защитил, на отлично, все отлично получил. И распределение на Ленфильм. Я приезжаю сюда, здесь, конечно, работы не дают. Но какая красота, Нева, здесь какая энергия, здесь столько, здесь, это, ну, я не знаю, это вот, если все, что есть у России, то сердце – это Санкт-Петербург. А кино и вообще искусство делается только через сердце. Не случайно здесь все самое лучшее, что есть у русского народа, я имею в виду в творческом плане, было создано здесь. Здесь было создано. Пусть там Москва что не говорит, но неважно. Я знаю, что... Все, что вот я получил в Санкт-Петербурге. Здесь, так сказать, я познакомился с лучшими писателями, с композиторами, с поэтами. Здесь все было на этой земле. Здесь все, каждый камушек орошен их талантом, их дарованием, их Божьим даром, который они получили. И здесь вот я все-таки, тем не менее, в Санкт-Петербурге, здесь, ну тогда это Ленинград, вот здесь тогда произошла страшная перемена. Практически рухнула советская власть, и вот это вот, видимо, Господь, что ли, так послал. Пока они тут все воровали друг дружки, друг дружки делили какую-то собственность государственную, присваивали, приватизировали, как говорят, прихватизировали, я получил возможность, снял картину, написал сценарий, снял картину «Замрем ли воскресне». И потом сюда же приехал, в этот город приехал, надо же было так, я думаю, что его привезли. Кино, хорошее кино не снимешь без разрешения Господа. Без высших сил это не сделаешь. Но я всегда этого просил, я всегда молился, я всегда думал про это. И когда сюда приехал Алан Паркер, наверное, его тоже послали, он посмотрел мою картину «Замрем ли воскресне» и сказал: «Все, ты будешь на Каннском кинофестивале». И действительно, меня пригласили на Каннский кинофестиваль. Я там получил главный приз — «Золотую камеру». И после этого весь мир заговорил о режиссере Каневском, кроме нас, России. Вот что такое Россия. Она не ценит свои, ну я не знаю, свою как бы,
знаешь, что-то самое высшее, что-то самое лучшее, что им дает природа, что дает Господь. Они это не ценят. Все у нас как-то, я не знаю. Я люблю свою родину, люблю, так сказать, свой народ, за его великотерпение. Люблю его, и сам я сам являюсь таким же, как моя мать говорила, страдальцем. Но я страдаю за свои глупости, не за народные глупости, за свои глупости, не за глупости власти и там прочее. Но постепенно, видимо, через этот путь страданий, 8 лет тюрьмы и там прочее, всякие, очень тяжелая была жизнь, очень тяжелая. Я вдруг начал осознавать, я осознавать стал себя, я пересмотрел все свои, как говорится, ошибки, пересмотрел свое неумение, необразованность, малообразованность, особенно в духовном плане. Я стал себя готовить, то есть, грубо говоря, вот это страдания, они даются человеку не для озлобления, а для очищения. Тогда человек вдруг понимает, что есть жизнь, прекрасная жизнь, не только в физическом плане, но есть еще и духовная жизнь. Ведь именно вот с этим духовным багажом, который ты приобретешь здесь, и чем больше приобретешь, ты и предстанешь перед Господом. Ты не предстанешь перед Ним с мешками золота, там, бриллиантов. Ну, Господи, я тебе принес, вот, видишь, я как тебя любил, вот даже золотую икону притащил. Ему это не нужно. Ему нужна твоя, вот именно духовная чистота. Вот это беспритворство, без этого лжепоказа какого-то. Вот что самое главное меня волнует. Я иду этим путем, поэтому я считаю, что все эти... Ну да, конечно, богатство нужно, так сказать, для развития, для этого. Но я думаю, что деньги даны для духовного развития, не для, как бы, физического наслаждения, что ли. Потому что физическое наслаждение – это все, да, банальные вещи, скажу, что это все временно, это было и ушло. А духовное – то, что вот мы можем приобрести все самое лучшее духовное, самое чистое, возвышенное. Позволение Господа, я так понимаю, по-другому нам не открываются эти миры. Это вечно, это бессмертно. Вот не случайно все человечество, и особенно, скажем, это тот же самый Петр Первый, ведь они все хотели быть бессмертными. А вот эта земля, вот здесь вот наша, вот эта Петропавловская крепость, особенно, я говорил, врата небесные, она именно здесь и заложен путь бессмертия. И они себя все, да и сейчас правители, все окружают себя вот этими разными оккультистами, ясновидящими, яснослышащими и разными другими, так сказать, чтобы что? Найти вот тот философский камень или эликсир бессмертия. Где он? А ведь некоторые нашли. Ведь я вот знаю, что этим точно владел Авраам, величайший первосвященник, лучший, так сказать, я думаю, из лучших из еврейского народа. Вот я тоже принадлежу к этому, потому что мы и дед, и отец, и бабка моя. Дедушка по материнской линии был русский, Черемухин, а все остальные были, это из левитов, они были высшие левиты еврейского народа. Это были самые образованные люди. Просто я родился среди, как-то, ну, говорят, семей не без рода. Такой хулиган, бандит был. Все, что хотите было. У меня все было. И воровство, и драки, и убийства. Это я все прошел. И меня били, но не убили, слава Богу. Но, видимо, для чего-то нужно было сохранить высшим силам меня. Я думаю, что я еще не сказал последнее слово, я его готовлю, но чтобы получить разрешение, надо созреть. И я вот иду к этому. Иду сейчас настойчиво, стараюсь, естественно, с верой и с молитвой. Спасибо тебе, Господи.
Иосиф Петрович. С Королевым всегда вот так вот. Сергей Павлович. Но, знаете, когда сталкиваются, ну, не гении, допустим, но очень умные люди, у которых разум и воображение настолько развиты, что никакие пространства, никакие космические дали для них не могут, так сказать, быть препятствием. Они преодолевали это и там уже посещали эти миры, я думаю, не один раз. Это о том говорит, что есть физическая часть нашей жизни и есть духовная часть нашей жизни. Вот та духовная часть, как параллельный мир, она посещает миллиарды-миллиарды галактик. Сколько у нас нервных клеток в мозгу? 100 миллиардов. Значит, 100 миллиардов и галактик. Каждая клеточка от каждой галактики. Так что мы все работаем от этого. Но не каждая, они очень далеко, поэтому у нас не каждая работает, по-моему, там, так сказать, наша в мозгу. Единица эта 100-миллиардная, но кое-что работает. Потому что мы видим достижения. Хотя, в общем-то, вот так посмотреть на этот аппарат, и ты смотришь, и думаешь, господи, какая примитивная штука. И люди на этом, вот так сказать, на примитивной вот этой, ну, на какой-то метле горящей, летают вовсю. Но летал же и Аполлон, говорят, на горящей, так сказать, метле. Об этом пишут первоисточники. Есть, это можно прочитать у очень хорошего тоже мыслителя, ученого. Это французский академик Бои, когда он пишет Вольтеру. Он пишет прямо, что Аполлон прилетал с севера в Грецию, в древнюю, что благодаря, так сказать, его усилиям и другим был построен этот Дельфийский храм, где были предсказательницы, которые говорили там, так сказать, о разных мирах, о разных параллельных, так сказать, сущностях. Вот это, на этой примитивной ракете человек вышел на другой, высший уровень сознания. И сделал это Королёв. Конечно, он бы сам полетел, но уже здоровье было не то. Зато он выбрал Юру. А Юра уже был избран богами, высшими силами. Это уже было, ну, просто, как бы сказать, уже решенный вопрос. Хотя вроде бы он и не должен был это делать, а сделал. Это очень интересный человек был Юрий Гагарин. Очень-очень. Это сущность, высшая сущность. Я уверен, он где-то там среди самых достойных первосвященников, патриархов, которые вели человечество, выводили человечество из такого низкого уровня, когда процветало людоедство. Страшно это. Да и сейчас это существует. Это нам так необходимы эти первосвященники. Но, к сожалению, их сейчас почти нет. Очень много лжеученых. Почему? Не потому, что они такие плохие, а потому, что когда человечество стало, ну, пошло по пути разрушения, войн, варварства, этого всякого, так сказать, невежества, жуткого невежества, морального, так сказать, падения, тогда вся вот эта наука, которая была известна первосвященникам, ее нужно было срочно заблокировать. И они, так сказано, ложь во спасение, во имя правды. И вот пока вот эту ложь мы не уберем из этих священных писаний, а это кто нам поможет? Только учителя, духовные учителя, высшие учителя. Мы будем продолжать идти по пути разрушения, невежества, морального падения. Сейчас это особенно видно. И в то же время идет и по пути тоже возвышение. Не все люди падают вниз. Некоторые развиваются духовно очень быстро. И это радует. Вот лично меня это очень радует. Я приветствую вот эти, так сказать. Хотя молодежи очень много, конечно,
занимаются бесовщиной. Особенно вот эта музыка, эти наркотики. Хотя наркотики, как говорят, они помогают вырваться вот этому высшему сознанию на другой уровень. То есть они сбрасывают все желания, особенно вот эти... Чем наши желания-то наполнены? Наполнены материальными благами. Вот мне хочется машину, дачу, там хорошая одежда, понимаете, туда-сюда. Все, все на физическом плане. Как можно больше денег, больше удовольствия, все прочее, так сказать, какой-то еды немыслимой, сожрать что ли, что-то такое. А духовного баланса нет. Разбалансировка пошла. Идет, раз пошла балансировка, значит, пошла не та волна. Ведь мы все равно живем, как говорится, в ритме, в определенном. Колебания. Колебания сейчас нарушены. Надо это... Кто это может восстановить? Только великие учителя. Сами мы это не сможем сделать. Как бы мы ни хотели. И нам нужны учителя. Но пока что у власти находится сила. Что такое сила? Это партия бандюганов, самых натуральных. Они подавляют все, даже своих близких. Пусть они на меня не обижаются. Они там стоят перед... Это там, так сказать, кресты на себя там накладывают. А в душе-то понятно, что происходит. Может, он и желает бессмертия, и хочет, я уверен, он хочет бессмертия, но заслужить он его не может. Господь ему не даст, потому что все направлено на что? На как кого-то надо уничтожить, чтобы он, так сказать, не мешал ему. И все это на физическом плане. Идет ужасная борьба. Борьба физических начал. А духовная, наша душа, она сжалась, как в космосе вот эти вот маленькие карлики. Они сжимаются, но они очень плотные, они очень сильные. Они могут так ударить. Дай только Бог. Об этом сейчас все вот эти оставайте. Астрономы, гастрономы. Нам эти блюда всем подают. Кушайте вот так, что через 5 миллиардов лет солнце погаснет. Что делать на Земле? Заботиться, куда бежать, где, что, чего. Да лучше вы найдите переход из физического плана в духовный мир. Вот вы о чем думаете-то сейчас, великие ученые. У вас такие хорошие мозги. Вам дал Господь в такие тайны проникать. Нет. Вот опять все возвращается к физическому плану. Ну, что делать? Все дуально. Все дуально. И хорошее, и плохое, и белое, и черное. Лишь бы было равновесие. Как получить это равновесие? Еще раз возвращаюсь. Нужны духовные учителя. Их у нас сейчас... Я пока не встретил. А если бы встретил, я был бы... Ну, просто, не знаю, счастливее бы не был человек на Земле. Но пока ни одного я не встречал. Все это, то, что говорят, это можно найти в литературе. Но пока что истина для нас закрыта. Дал бы Бог. Ну, хоть чуть-чуть бы так приоткрыло. Как заслужить это? Я не знаю. Но, видимо, надо стараться. Надо стараться и идти по этому пути, как бы трудно ни было. Я думаю, мы пройдем правильно этот путь. И предстанем перед Господом в достойном своем, так сказать, приобретении духовных знаний. Вот что меня... Напоминает музей консульнатики. Королёв, это, конечно, тут написано, что это Глушко Валентин Петрович. Толковый дядька был тоже. Тоже они все были страдальцами. И Королёв страдалец, пошел путь страдания. И Валентин Петрович тоже пошел через страдания. И очень большие страдания. Как вот, что это такое? Неужели без страдания человек не может развиваться? Похоже, что не может, ты знаешь. Похоже, не может.
Я тоже прошел через путь страны. Я не приравниваю себя к таким великим, так сказать, умам. Но я, пусть даже с маленьким умом, но я получил от Господа хорошее сердце. Я люблю людей, люблю природу, люблю животных, люблю космос. Какой бы он ни был страшный, там такие размеры. Но это интересно, очень интересно. Когда вдруг выясняется, что на некоторых планетах возможна жизнь, другая форма жизни, там идут там метановые дожди. У нас в шахтах от метана люди взрываются, а там дожди метановые, озера метановые. Что ж там, какие же метановые там сущности проживают? Вот это интересно. Конечно, они с нами на контакт не выйдут, потому что разница большая. Мы как бы такие кислотные, но не совсем уже. Кислородно-кислотные. Я примитивно, конечно, говорю. Но понятно, что мы – это мы. Я думаю, что мы самое, по-моему, может еще примитивнее есть нас в сущности. Ну, примитивнее куда уж. Я что-то не знаю. Вот дай-то Бог, чтобы нам хоть чуть-чуть. Господи, прошу Тебя, прими мою молитву, прими мою любовь. Я буду стараться. Вот перед нами план Петропавловской крепости. Ведь Петр Первый, когда заинтересовался, ну скажем, бессмертием, он знал, что так просто перейти в то состояние нельзя. Для этого нужны какие-то приспособления, назовем, да? Первое приспособление – это план Петропавловской крепости. Конечно, это ему сказали великие учителя, как и что делать. Ведь это не что иное, как древо Сефирот. Это древо жизни. Это абсолютный план. Так как здесь имеются врата небесные, у нас находится вот как бы вот этот канал, наша Петропавловская крепость, но для того, чтобы перейти в иной мир, как раньше говорили, нужен перевозчик, да? А перевозчик вот здесь находится, вот видите, вот этот вот, здесь лодочка, ботик. Нужно переплыть реку, помните, да? Херон перевозит, так сказать, через реку. За это надо заплатить, раньше клали в рот там, так сказать, денежку, чтобы за перевоз, чтобы переехать, так сказать, в иной мир, мир, так сказать, других жизненных начал. И Петр Первый это прекрасно знал, почему, так сказать, он вот это и все сделал. Вот все это было сделано. Так как я думаю, что он действительно, его все-таки перевезли. Вот. Пусть там, как ни говорят, там его и Антихрист там называли и все прочее, но его задача была вырвать народ из, так сказать, вот этого низшего состояния и поднять его на духовный уровень. Нужно было образование, когда говорят, надо, ему сказали, говорит, уже был когда он в Германии, он там ездил, собирал ученых, он говорит, может вам университет, он говорит, пока рано, сейчас они еще не готовы к этому. Потому что было, ну, я люблю русскую землю, русским, но еще тогда было, ну, невежество, такое примитивное, очень примитивная и грубая форма жизни, чуть-чуть, так сказать, припудренная вот этой неистовой верой. Потом она, кстати, между прочим, очень резко стала падать в России. Православие как таковое, потому что стали извращать. Почему произошло извращение? Богатство, деньги, какие-то чины, какое-то там, так сказать, я не знаю, прославление, какие-то ордена. Зачем? Если ты веришь в Бога, если ты предан Богу, если ты предан этой высшей энергии, зачем тебе ордена? Зачем тебе эта куча денег? Когда достаточно, единственное, что нужно иметь, это чистое сердце. Вот и все. Я очень благодарен Петру Первому, что он сделал вот здесь именно древо Сефирот. Мы можем все
если так разобрать, это все как по полочкам раскладывается. Вот такая штука. Вот это как бы указывает нам на высший дух. Вот здесь. Кстати, здесь все тамили самые, так сказать, продвинутые люди. Когда уже в царские времена, в эти, так сказать, здесь томили. Здесь томился в Алексеевском районе это Морозов. Николай Александрович, мой родственник, кстати, по линии жены. Вот он, так сказать, он очень хорошо написал. И он был, кстати, между прочим, учителем Глушко. Вот здесь вот. Если играли бы в театре, я бы спрятался вот в тот костюм. И меня бы сразу не нашли. Вот вы, ой, боже мой, в этой собачьей будете летали люди, а? Это ж как посмотреть страх Господень. Как они туда? Один или два там было? Два, по-моему. Два места. Кошмар. И это надо летать там. Какую ж надо иметь? Какой дух надо иметь, чтобы вот в таком шарике там вертеться, так сказать, это, ну, естественно, красиво посмотреть на землю, увидеть, это все понятно. Но главное, самое главное, что благодаря вот этой вот маленькой штучке человек сознательно вдруг ощутил, что он может победить гравитацию. Это, вы знаете, что такое это момент притяжения, отталкивания. Да, если бы не было гравитации, мы бы как пробки сейчас пуп и вылетели бы в космическое пространство. А так как нас Земля держит, так сказать, на своем шарике, мы выбираем гравитации и ходим, и все у нас стоит, и все у нас не падает, и все как это. Но оказывается, раньше, еще раньше, законы гравитации, я уже говорил, вот те первосвященники, патриархи, великие, так сказать, ну, назовем их ученые, я не знаю, там, маги даже, например, они еще даже во времена Аполлона, это когда у нас на севере, вот где Кольский полуостров, где чуть-чуть подальше, туда же и мало, здесь была раньше Арктида или Гиперборея, как ее называют. Она, говорит, была еще раньше даже Атлантида. Атлантида была часть той же цивилизации. И вот там был управитель, это главный, так сказать, это Барель, ну, назовем его царь Барель, да? У него были дети. Они были настолько, ну, по-нашему образованы, да, что они знали законы гравитации, законы, как поменять вещество, допустим, молекулярный состав поменять, допустим, как, так сказать, то есть вещи, которые, казалось бы, из неживой природы можно было сделать живую природу. То есть, ну, я не знаю, там, из камня в живую природу. Это как бы нелепо звучит, но это об этом пишет академик Бои. Так вот тогда, вот зная законы гравитации, Аполлон, когда прилетал в Грецию, они строили, вот, даже если вот, ну, то, что в Греции, допустим, уже то, что было в Атлантиде, мы не можем сказать, то, что было в Гиперборее, не можем сказать, потому что климат изменился, все там, так сказать, ледник, все стер, чертовой матери, остались только какие-то кусочки записи руны. Это на камнях написано. Но это в Норвегии, это там, так сказать, ну, на севере. А как построили, хоть вы меня убейте, но я не могу поверить, что это там 100 тысяч человек несут камень там, для пирамиды, Великой пирамиды, в 200 тонн, они, так сказать, его укладывают, и так вот подшлифован. Никаких инструментов не было, какие-то медные были железячки, которыми они камушками стучали и в рамках. Это чушь собачья. Тогда уже эти великие
посвященные, они знали законы гравитации, как эти камни передвигать. То есть он, если ты знаешь закон гравитации, то для тебя веса не существует. Но если полностью снять гравитацию, то естественно этот камень не улетит. Вот. И ты вместе с ним улетишь. Значит, они снимали какую-то частичную гравитацию. И вот, вот эта гравитация, благодаря этой гравитации построена, я считаю, Великая пирамида в Египте, там, и ряд других как сооружений, то же самое эти дольмены, там, так сказать, как его, Иван говорит, господи. Стоунхендж. Да. Вот это, то есть много-много, на Земле много таких есть вещей, которые потрясающие вещи. Там у нас где-то в Краснодарском крае, по-моему, там существуют тоже вот эти каменные, как бы вот такие вот, очень похожи, да? И туда залазит человек, его закрывает пробкой каменной, и когда так делали раньше, он переходил в другой мир. Так, такой был, это как бы врата в другой мир. Так вот это практически мы видим то же самое, врата в другой мир. Они вышли, первый вышел, Юра Гагарин, он вышел в другой мир, там, где нет гравитации. Почему человечество так, ну я не знаю, бесновалось от радости? Весь мир встал, весь земной шар аплодировал тому достижению, которое совершила русская душа. Именно русской душе было позволено первой выйти в иной мир. Это было наглядно продемонстрировано Юрием Гагариным, величайшим нашим, я считаю, это величайший человек, которому посвященные разрешили это совершить, потому что это человек Бог. Это можно было сделать только человеку с чистым сердцем. Юра Гагарин был чистейший человек. Потом, конечно, на него навалилась вся эта херня-мурня, которая, так сказать, наша. Правительство стали тут ему вешать всякие побрякушки туда-сюда. Это всю эту грязь, это все заблокировало эту чистую душу. Заблокировали его какими-то наградами, какими-то почестями, какими-то должностями, какими-то невероятными званиями, там черти чего только на него не навалилось. То есть произошла блокировка. И это чистое сердце должно было умереть. Но она, говорят, не умерла, неизвестно. Да, он где-то погиб. Да, он ушел. Физически мы его не имеем, но духовно он сохранен высшими силами. В этом нет никакого сомнения, в это я верю. Так вот, надо поклониться вот этому маленькому шарику, сделанному, ну, примитивно скажем, примитивно сделанному величайшими русскими людьми, королевы, Сергей Павлович. Это высшее достижение человечества. Это точка отсчета нашего нового галактического сознания. И надо этому и поклониться, и помолиться. Да будет вам вечная слава и память, мои хорошие. Вы русские духовно посвященные люди. Вам разрешил Господь. Вам разрешила высшая сила выйти туда, к чему всегда наша душа стремилась. Мы всегда знали, что там наша родина, там наша истинная жизнь. Самое главное, что если нам разрешили этот путь, теперь его бы не засрали, чтобы мы его не засрали, и грязь туда не выносили свою. Именно я имею в виду духовную грязь. Физическую-то это пшик и сгорел. А вот духовная грязь – это самое страшное для жизни космической. Поэтому нам нужна чистота духовная. Вот за это надо бороться. Потому что грязи очень много. А это и награды, и бешеные деньги. И, так сказать, все разные какие-то почести, чины, все что угодно. Лишь бы физически человека засыпать его самое ценное – свет Божий в сердце. Если вот все это снять, мы увидим, как сияет человеческое сердце. Я, Виталий Евгеньевич Каневский, родился под флагом Советского Союза. Вырос, был воспитан как уж мог,
самостоятельно развивался, очень много самостоятельно, потому что был месту жуткий. Но спасибо советскому строю я стал режиссером. Это, извините меня, никакой другой строй бы мне не позволил. Хулигану, бандиту, жуткому бандиту. Сейчас я живу под этим флагом. Этот флаг российский флаг. Но он меня, на меня даже ноль внимания. Кто я? Что я? Потому что сейчас захватывают жизнь, власть, все, так сказать, блага, все это посредственность. Если там ты был рожден Богом или высшими силами и одарен каким-то даром, этот дар все равно пытались развить в тебе. Пытались развить не только твои внутренние силы и разрешение высших сил моих наставников, духовных ангелов моих, но там была возможность развиваться. Вот под этим флагом только говорят, что можно развиваться. А развиваются в основном посредственность, бездарные люди, имеющие какие-то связи куда-то. Раньше тоже были связи, но за это там наказывали, а сейчас никто тебя наказывать не будет. Так вот, когда я родился под этим флагом, был мальчишкой, что самое интересное, тогда телевидения не было, я жил в деревне, на Дальнем Востоке, Владивосток недалеко. Это деревня, и особенно там были ночи, такие звездные ночи. Я всегда смотрел на эти звезды, на этот Млечный Путь, на эту Большую Медведицу, на Полярную Звезду. И меня всегда это привлекало. Я думал, Господи Боже мой, как же это все бездонно. И там, что же там, может там жизнь есть, я думаю, да. Даже подумал, прошу прощения. И я... Глядя вот на эти звезды, вот не поверите, я пел песни. Я даже сочинял песни. Я всегда, когда возвращался домой по пыльной дороге, иду, а вот скот прогонят, вечером уже, когда с пастбища гонят скот, и они взбили эту пыль, и пыль такая теплая, идешь, 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 и вдруг раз, холодок. Что это такое? Холодок попал. А темно, лампочек нет же. И ты так раз ногу поднимаешь, и рукой раз, это коровья говяшка, ты в нее вляпался. Ну, говорят, говно – это к удаче, к деньгам, так сказать. Хорошо, к здоровью, скажем. Действительно, коровьими лепешками можно было лечить грибок на ногах, там много чего, поэтому мы не болели. Мы вообще не болели. Тогда росло здоровое-здоровое поколение. Мы вообще не болели. Почему? Потому что именно социалистическая система была направлена прежде всего на здорового ребенка, потому что знали, если будет здоровое поколение, мы всегда будем впереди. Нас никто никогда не победит. У нас была нравственность 95%, а сейчас ее минус 95%. Но как так можно жить? И вот, когда я смотрел на то небо, действительно, я очень много, я так благодарен, этого телевидения не было, вот это был экран телевизионный. Но он в себя вмещал весь мир, там столько было. Я не знал, у меня никаких, как называется, знаков зодиака, это я не знал. Я знал, там, ну, есть большая медведица, есть маленькая медведица, есть там полярная звезда, говорят, что есть там Венера, я это точно не знал, где это Венера. Говорили, ну, Марс, все на слуху это было, это никто мне не преподавал. Это где-то там все эти знания были с улицы. И вот я всегда думал, а ведь, черт возьми, может быть, можно туда как-нибудь попасть. Ну, я не хотел быть космонавтом, я не знал, что это потом уже появилось это слово космонавт. Но я начал какую-то литературу почитывать, там, как там, туда, фантастика. Но так как в деревне таких книг почти не было, но мне очень нравилась фантастика. И поэтому я, в общем-то, вырос не очень. Сам только понимал, что вот, да, действительно, когда... Я не вру, вот как на духу говорю. Я прекрасно понимал, что рано или поздно, но человек... Я на Луну особенно любил смотреть. Вот вам луноход, наверное. Я луноход, да, создан в Ленинграде, блок, мотор, самоходный автомобиль.
луноход номер один, да? Вот, я, значит, во что-то верю, что все-таки по Луне начнут люди ходить, дойдут туда. Ведь Луна, вот она, рядом. Она так опускалась низко, такая красивая, такая просто невероятно сияет такая. Думаешь, Господи, да вот же рукой подать, чего тут лететь-то на нее? Раз, два, туда слетать. Естественно, я не знал, что там нет там воздуха, дышать нельзя. Но это была детская мечта, что ли, желание. И ты знаешь, когда вдруг я узнал, что... Но это уже позже, я стал узнавать из литературы сначала такое, что появился, есть такой Циолковский, я немножко почитал про Циолковского, там в школе нам сказали Кибальчич, который вот в этой же, вот где мы сейчас находимся, здесь в Петропавловской крепости, он томился, что, так сказать, перед... Ну, когда они пытались поменять строй самодержавия на какую-то там, так сказать, возможную демократию, я думаю, демократии бы не было никакой, да. Была бы настоящая диктатура, еще хуже, наверное, черт-те, что там было бы. Вот, потому что эти ребята были беспощадны. Я так как, да, начал потом читать про этого Пестеля, про этих всех. Это жуткие были самовлюбленные, жуткие, по-моему, очень сущности. Это, я думаю, что они были совершенно неверующие люди. Мне вот так кажется, что это были очень нехорошие. Они прикидывались. Знаешь, можно на себя натянуть такую священную оболочку, видимость такую, что я вот такой. А сам-то дьявол дьявол, Господи. Он бы столько уничтожил людей, что никакому бы ни Наполеону, ни Сталину, ни там, я не знаю, еще другим, так сказать, нейронам и прочим пижонам не снилось. Какие кровавые там. И Гитлеру это не снилось. Ну и опять вернусь в космос. Вот глядя на это небо, на эту Луну, я всегда где-то верил, что я доживу до того дня, когда это произойдет. И вот действительно, я благодарю Бога, что Он мне, так сказать, вот продлил эту жизнь, что я прошел вот путь, да, путь страданий, путь это за свою глупость там прочее, но неважно, я не виню никого, я благодарю Бога, что я узнал, для чего это Он мне дал, вот эту жизнь. Я узнал великое время вот этих великих перемен, то есть, я родился конец 19 века уже, ну не конец, а середина 19 века. Потому что сейчас вот уже будет 50 лет, как Гагарин слетал, вот на следующий год. В 2011 году будет 50 лет, как это. И я все эти 50 лет живу. Я, значит, постиг вот этот выход в космос. Я постиг, так сказать, вот это как бы преодоление этой гравитации. Теперь я знаю, что такое себя представляет космос. Я знаю, что такое вся наша Солнечная система. То есть все это, величайшие вот эти знания уже, они как бы даны человечеству, для нас, для меня лично, для переваривания. Значит, что? Духовно мы выходим на другой уровень. Уровень понимания самого себя, своего, так сказать, предназначения и дальнейшего. А что же дальше? Да, я понимаю, что вот я такой-сякой розетки, все, я туда-сюда, духовно вроде как бы. А дальше что? Если вдруг я попадаю в иной мир, что я там, нужен ли или не нужен? Что я могу предложить, кроме своих соплей? Больше ничего у меня нет. Значит, я должен обладать какими-то знаниями, высочайшими знаниями, чтобы я там был... Не какой-то нахлебник, если меня туда примут. Там могут и не принять. Скажут, друг, ты не проходишь. Знаешь, ты же вообще ни хрена не понимаешь. Вообще, кто ты такой? Ты вообще никто. Пустышка. А пустышка, она и здесь не нужна, понимаешь? Поэтому вот сейчас очень важно понять, если мы и наша душа бессмертна, вот эта наша энергия духовная бессмертна, там, я не знаю, насчет ментальной, насчет других каких-то наших, так сказать, составляющих. Их много, там эфирные, астральные, прочее, там целых 8, наверное, оболочек, я уже, так сказать, заучился в этом плане. Вот. И я скажу, что если мы действительно бессмертны духовно, то мы должны туда прийти с каким-то хоть минимальным, но образованием, духовным образованием. Чтобы не быть там таким, знаешь, неучим. Стал
и рот разъявил, и не знаешь, что и как, и что и почему. Чтоб тебя там уже приняли, что ты на верном пути, тебя можно дальше развивать, тебя не нужно, так сказать, не переубеждать, не убеждать, и ты должен уже там быть, ну, если по нашим меркам сказать, своим человеком. Вот чтобы стать своим человеком, надо подготовиться. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты дал мне все это, что я стал хоть что-то, хоть немножечко осознавать. Да, хорошо. Сережа, вот, товарищи, это мой крестный отец. Он меня благословил на будущую мою духовную жизнь. Спасибо большое тебе, Сергей Петрович. Такого чистого, талантливого, светлого человека одно удовольствие крестить. Поэтому я благодарен Богу и судьбе, что меня... А не случайность, это не случайно. Это только с разрешением выше. Да, да, я понимаю. Любая встреча. Даже вот каждая встреча, каждое общение, она меня обогащает. Зримо и незримо. Поэтому спасибо. Я счастлив, что у меня такой друг и такой крестный сын. Да, спасибо большое. Спасибо. Я тебя не победил. Вот, спасибо. Я раз говорил, что по поводу своего детства и звездного неба, я всегда мечтал летать, и поэтому я в армию пошел, в авиацию. Я служил в авиации, в войсках ПВО. Вот. Очень интересно. Вот я когда вижу самолет, и вообще у меня звук самолета всегда вызывает какое-то нежное, очень приятное ощущение. Я очень люблю небо. Вот. И всегда моя душа стремилась в небо. Петр I, великий русский император русского народа, крестный русского народа, крестный этой земли, величайший человек, преобразователь. Все мы ему обязаны и перед Богом, и перед собой, наверное. Я хотел бы сказать, что я получил на этой земле крещение в храме. И мои крестные, Надежда Владимировна Степановна, которую я очень люблю, люблю ее всю семью, детей их, Вячеслава, Николая, мужа ее Леня, очень хорошие люди, хороший дом. И Сергея Петровича Зионова, моего крестного отца. Он же меня и снимает. Спасибо вам большое, потому что я очень рад, что живу на этой земле, на великой священной земле. Я считаю, эта земля священная, освящена не только Петром Первым, нашим великим государем, но и богами. Одним из первых был, конечно, великий бог Один. Это его здесь первые слова, которые он здесь сказал, когда он попал на эту землю. Здесь врата небесные. Именно здесь. Здесь самый мощный астральный выход. Здесь самая связь с великими энергиями, с великими нашими самыми лучшими. Друзья, вот, если посмотреть вон на Петропавловскую крепость, там и находятся врата небес на Петропавловской крепости. Вот там центр. Исаакиевский собор. Это центр Санкт-Петербурга. Здесь не случайно стоял маятник Фуко. И не случайно это место было выбрано для храма. Потому что все храмы строились только на самых
точках выхода. В Санкт-Петербурге основной выход, космический выход, астральный, как угодно там, так сказать, портал, как угодно назвать можно его, это, конечно, Петропавловская крепость. Но здесь величайшая, так сказать, ну, скажем, точка земного шара. Земного шара, я подчеркиваю. И великая ошибка была императора Павла I, который стал разбирать храм для того, чтобы построить свой дворец, свой, так сказать, замок, где и был убит. Нельзя делать такой страшный грех, как разбирать храм, где же был великий храм, он его стал разбирать. Потом, так сказать, чуть-чуть восстановили его, но огромное количество материала ушло на его замок. Это очень плохо. Это страшный грех. И он за это поплатился. Ну, может быть, не только за это, и за другие дела. В основном его-то шлепнули. Он хотел вообще здесь православную веру убрать и заменить ее на, так как он был мальтийским, так сказать, самым главным там у них, мальтийской, так сказать, я уж не помню, как она, черт подери, там, забыл. В общем, он, наши, так сказать, эти православные ребята сказали: подожди, подожди, ты что, куда ты клонишь-то? Как так? Мы, так сказать, фактически возрождаем веру христианскую. Но самое главное здесь – опора. А он раз и все похерил. Ну, потому что жил долгое время за рубежом, и он здесь мало жил. И я думаю, что он не очень-то любил Россию. Из-за этого он пострадал. Да пошел он к черту. Лучше поговорим о себе. Надо говорить о себе. Что я говорю о каких-то там императорах? Они мне как были до лампочки, так и остались до лампочки. Они не нужны мне, эти императоры. Самое главное, что такое мы, потому что на эту землю Господь нас послал не для того, чтобы мы прославляли каких-то императоров, а для того, чтобы мы здесь выросли духовно. Вот в чем дело. Прошли определенную школу духовную, определенное воспитание, а это в основном самовоспитание. Редко-редко встретится именно настоящий учитель, который может тебе помочь в этом направлении. Но, к сожалению, я таких учителей не встречал. Поэтому занимаюсь самовоспитанием. Разрушено много, и восстанавливать придется долго. Ну, физический-то план, я думаю, что можно восстановить. И можно быстро это даже сделать, так как средства есть. А вот я посмотрел на эти цветы. Цветы это все-таки, это символы нашей души. Я думаю, что сначала, с самого начала на земле, когда начиналась здесь жизнь, она начиналась с цветов. Цветы – это женское начало. С женского начала и началась наша жизнь. Хоть мы имеем по Библии, что вот, там Господь сделал сначала Адама, вот, а потом, значит, уже из ребра Адама он сделал Еву. Но я думаю, что здесь
если вот так по-моему, ну как я по-своему, конечно, может богохульствую, не знаю, но я думаю, что начиналось все с цветов, с женского начала. И чем больше, смотрите, какое огромное разнообразие этих цветов, формы, все прочее. Потом эти цветы стали превращаться в женщин. Вот. И пошло женское начало, пошло, так сказать, отсюда пойдет и человек, и вся природа. Ведь Ева, это в переводе, даже и в Библии об этом, по-моему, написано, уже не помню, может, я совру. Ева, это давшая жизнь, начало жизни, это Ева, давшая жизнь. Может быть, я ошибаюсь, но это очень правильно, потому что сначала нужно дать не мужчину. Мужчина это... Я думаю, что это Адам, это как бы идея. Идея, как бы, так сказать, та вот точка, а давшая уже дальнейшее развитие, это уже Ева. То есть вот эта жизнь наша вся начинается вот от женского начала. Вот я сейчас смотрю вот на этот храм, вот он восстанавливается, очень прекрасный, светлый. Хорошие. И вот эта вот разруха, которую я вижу, это все физический план. Это все материальное. И это все можно восстановить и можно опять же разрушить. Но самое главное, что за этим храмом, этот храм нам дает точку опоры для нашей духовной, духовного роста, духовной жизни. И каждый человек должен самостоятельно развивать свое духовное, так сказать, духовное свое начало, то прекрасное, которое было заложено Господом. А прекрасное, вот надо побольше обращать внимание на цветы. Вот здесь вся духовная красота. Чем больше мы будем любить цветы, природу, весь этот живой мир, тем ближе мы будем к Богу. Вот я, лично я очень люблю цветы. Ну, может, потому что у меня... Я дева по знаку, там, так сказать. Но Бог меня простит, может, я какие-то кощунские слова, может, буду говорить. Но я очень люблю красоту и цветы. Вот прошу обратить внимание, смотрите, какие они все разные. Смотрите, вот это то же самое. Мы, каждый человек разный. Каждый человек, у каждого человека сердце – это цветок. Это цветок. У каждого цветочек разный внутри нас. Вот мы видим одни такие, там лилии, розы, значит, там еще какие-то хризантемки, еще какие-то желтенькие цветочки, красненькие, разноцветия. Все это находится в нашей душе, в нашем сердце. И Господь нам показывает, что да, смотрите, как мир разнообразен, и вы все разные. У каждого человека свое сердце, свой цвет, своя красота. И вот если посмотреть на крест, который нас, так сказать, над храмом возвышается, ведь крест это тоже цветок. Цветок это сердце наше. Вот поэтому надо как можно больше прислушиваться к своему сердцу. Ибо там и живет Господь. Ну, кощунственно немножко, так сказать. Какие-то фразы, может быть, я говорю не совсем повторяя какие-то слова, но я думаю, что сердце это и есть вот тот цветок, я его повторяю, он прекрасный цветок, живой цветок, и в нем именно и есть то бессмертие, которое мы все желаем. И это только лишь с позволения Бога мы можем найти к нему ключ. Для этого надо учиться. Духовно развиваться. Иначе мы этого не получим. Никогда. Спасибо тебе, Господи, и прости, если я что-то говорю не так. Прими мою любовь.